Африки. Мы находимся в городе Гаосюн. Гаосюн на китайском языке. Красиво, очень красивое место, красивый мост. Мы видим город. Непосредственно туда можно посмотреть. Кругом находятся яхты. Яхты, правда, ужасного вида, но зато их очень много. Вода в речке красивая и чистая, но плавает много грязи. Если повернуться в другую сторону, смотрим, такие необычные строения моста, натянуты сверху, сверху натянуты вверх, по-моему. Понятно. Ну вот. И такие необычные паромы ходят. Паромы, которые больше похожи на какие-то калоши. Они перевозят this ship is I can't ask question in English. Ну вот, поэтому я лучше продолжу. Вокруг окружают красивые горы. Здесь видно лес и огромный подъем наверх. Там за ними находится океан, так что скоро я туда тоже доберусь. Погода стоит отличная, на улице солнце, градусов 29, но ветерок немножко скрашивает это состояние. Ну вот. Сейчас тихонечко будем перемещаться в следующую область этого города. Все, центр ушел. Yeah.